Узиир Абдураманович Абдураманов ⁇ герой Советского Союза. Узиир Абдураманович родился в 1916 году в деревне Кашик дигермен ныне село Новоандреевка Симферопольского района. На фронте 1941 -го года. Участвовал в Сталинградской битве, был награжден медалью за оборону Сталинграда. Во время форсирования реки Десны при укладке опор и постройке мостов в районе Чулапового хутора и села Кудлатовка Абдураманов со своим отделением в течение 24 часов на первом мосту и 36 часов на втором мосту без остановок работал в воде под постоянным минометным и ружейно-пулеметным огнем противника. 27 августа 1943 года Абдураманов вместе со своим отделением также под ураганным огнем противника воодушевлял личным примером других бойцов и обеспечивал доставку лесоматериалов к строящейся переправе через реку Сев в районе Юрасова хутора, благодаря чему мост был построен в срок. Во время боев в сентябре 1943 -го года в районе деревни Новые Терешковичи Гомельской области Белоруссии отделение старшины Абдураманова обеспечило успешную переправу войск через реку Сож. В течение 9 часов 17 саперов находились в ледяной воде, сооружая мост для наступавших войск. К концу переправы в живых осталось всего трое указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм старшине Абдураманову Узиру Абдурамановичу присвоено звание Героя Советского Союза.